В исправительной колонии номер 6, что в городе Бежецк, началась посевная. Поля для посадки картофеля расположены недалеко от исправительного учреждения, около 3 километров. Площадь посадки впечатляет – 100 гектаров. Это не случайно, ведь только здесь, в АК-6, растят картофель для нужд всех исправительных учреждений области. Каждое учреждение у нас занимается посевными работами, однако столь масштабные, и которые смогут обеспечить все учреждения, производятся лишь только в ВК-6. На участке сельхозработ трудоустроено 12 осужденных участка колонии поселения. Плановый сбор в этом году: картофель 1170 тонн, по моркови 80 тонн и по свекле 46,5 тонн. По картофелю и морковь мы закрываем полностью потребности учреждений Тверской области. Из техники, которая у нас здесь представлена, это больше 10 единиц. Это как навесное оборудование, так и самих тракторов, которые помогают для агротехнических мероприятий, вывоза с полей, обработка. Также у нас имеется купленная техника у нас в рамках федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы 17-30-х годов. В целом, по управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области, в настоящий момент к работам по приносящей доход деятельности привлечено более 3000 осужденных, что составляет в настоящее время 88% от подлежащих привлечению осужденных к труду. Все осужденные у нас трудоустроены получают достойную заработную плату, что позволяет им гасить иски от пострадавших. Также они на эти деньги, значит, возмещают затраты государству за свое содержание. За штурвалом тракторов и комбайнов сотрудники ИК-6. Осужденные тоже за годы работы стали профи по посадке и уборке картофеля. Осужденные, которые содержатся на участке колонии поселения ИК-6, уже каждый год знают, что они будут сажать картофель, что по итогу осенью они его будут убирать, что будет хороший урожай, что осужденные в других колониях уже ждут. На сельхозугодьях ИК-6 мы побывали 18 мая в рамках пресс-тура в исправительное учреждение города Бежецка. О том, где трудятся и как живут осужденные этой колонии, мы расскажем в следующих выпусках патрульной службы.